Сегодня у нас организована пресс-конференция, на которой детки из детского дома смогут почувствовать себя настоящими журналистами. Взять интервью у звезд, сделать совместную фотографию, получить автограф, советы, наставления, поучиться у наших казахстанских звезд. Мы надеемся, что данное мероприятие поможет осуществиться мечте сегодняшних детей стать журналистами в будущем. Я очень рада, что компания Samsung Electronics может и хочет поддерживать детей в их желании стать творческими людьми и достичь своей мечты в этой жизни. Я вообще не согласен с тем, что День защиты детей надо делать 1 июня. Он должен быть каждый день, 365 раз в году, потому что дети – это те люди, ради которых мы живем на планете. Дети – это наше будущее, поэтому мы должны каждый день заботиться. Касательно вот сегодняшней акции, это здорово, что дети почувствуют себя в качестве журналистов. И почему я с удовольствием поддержал эту акцию? Потому что, возможно, именно сегодня решится судьба какого-то из ребенка. Может быть, один из них захочет стать певцом или, возможно, фокусником, как Уан, или, может быть, артистом цирка. Поэтому это большое дело, и все складывается к тому, чтобы все прошло это на высшем уровне. Как ребенок я, да, конечно, рад, чтобы праздник для детей был каждый день. Но, знаете, тогда дети начнут хулиганить больше, начнут садиться на голову. Я очень благодарен фонду Аяла и вот Самсунгу, то, что они нам устраивают такие тренинги, можно сказать, что мы можем в будущем рассмотреть профессию журналиста как бы для себя. И если каждая организация будет проводить такие тренинги, например, в своей сфере, или же просто тренинги для других детей, как бы пробовать нас, то я думаю, что дети будут рассматривать ту или иную профессию для себя, чтобы потом несложно было определиться с ней. Мне кажется, здорово, что у нас проводятся такие мероприятия. Я с удовольствием приняла в нем участие. И надеюсь, что сегодня детки услышали ответы на те вопросы, которые их действительно волновали. Надеюсь, что они воспользуются нашими советами, и это им как-то поможет в жизни найти себя. Спасибо благотворительному фонду за такое чудесное мероприятие, за то, что мы чувствуем себя частью жизни этих детишек и что есть возможность помочь хоть как-то деткам. Проводя вот такие мероприятия, как сегодняшнее, допустим, мы хотим показать пример вместе с компанией Samsung Electronics всем другим нашим казахстанским совместным предприятиям, иностранным предприятиям, что благотворительность – это хорошо. И что благотворительность, к сожалению, пока развита только в крупных городах. И хочется, чтобы благотворительность дошла до самых мелких городов и сел нашей страны, чтобы детей, которые не были бы охвачены вниманием взрослых, просто бы в нашей стране не оставалось. Ну, конечно, самая большая мечта – это чтобы у нас в Казахстане не было детских домов. Thank you.